А в Казнете разгорелся новый скандал. Пользователи социальных сетей резко осудили высказывание сенатора Жабала Ергалиева о вакцинации. Подробности в интернет-обзоре Айгуль Жамалова. Коллега, что именно так задело людей? Спасибо. Дело в том, что сенатор Жабал Ергалиев на расширенном заседании Комитета по социально-культурному развитию предложил наказывать родителей, которые отказываются вакцинировать своих детей. Это выступление сразу же вызвало широкий резонанс в сети. Помимо этого, депутат Сената озвучил претензии к министру здравоохранения и социального развития и к работе всего ведомства. По его мнению, сотрудники во главе с Тамарой Дюсеновой уделяют мало внимания разъяснительной работе. Ранее в каждой организации, в каждом учреждении образования висели соответствующие плакаты. Сейчас не выходит ни одного медицинского журнала, газеты, даже если вы в аптеку зайдете. В основном там листовки с рекламой лекарственных препаратов. Но сейчас мы должны пропагандировать здоровый образ жизни. И каждый человек несет ответственность за свое здоровье. Люди мгновенно заподозрили сенатора в лоббировании интересов фармкомпаний и напомнили, что в первую очередь депутаты должны думать о населении и безопасности народа. А за смерть детей от вакцинации кто и, главное, как отвечать будет? А депутат сможет гарантировать чистоту этих вакцин? Если нет, то зачем пугать людей? Почему нельзя просто проводить работу по информированию родителей, чтобы каждый понимал, какие риски, угрозы, последствия может иметь прививка или отказ от нее? Почему сразу нужно наказывать? И вообще, за что? За то, что думают о последствиях такого шага для своего ребенка? Напомню, что в середине февраля иммунизацию против кори приостановили из-за, цитирую, неблагоприятных проявлений. Речь идет о пациентах, здоровье которых якобы после вакцинации стало резко ухудшаться. Сначала подобные случаи врачи зафиксировали в Темиртау, позже ситуация повторилась в восточном Казахстане, на юге и на западе страны. Накануне новостные ресурсы распространили сообщение студентки из Костаная, которая после прививки от кори якобы впала в кому. Однако в областном управлении здравоохранения эту информацию опровергли. Арстан? Спасибо, Айгуль.